Ребятки, я записываю эту сториз по двум причинам. Ну, конечно же, во-первых, я хочу похвастаться своей панамкой. А второе, я хочу сказать, что я очень люблю вкусно поесть, но вы это уже поняли. И очень сложно, что иду в Екатеринбурге. Поэтому особенно приятно, что у нас в городе пекут супервкусный хлеб, екобред. Я постоянно про него рассказываю, потому что я постоянно его лопаю. Я вот в очередной раз собрала булочки. Они очень крутые, очень рекомендую. А еще, ребят, нет ли у вас ощущения, что у меня какое-то супер худое лицо стало? Я вот просто смотрю сейчас на свои сторис, вижу, что у меня такие скулы появились, щеки впали. Нет? Или мне кажется? Или вы тоже это заметили? Ребята, за своих детейлинг, потому что все отполировали, наклеили защитную пленку, но вроде как даже этот конь не сможет ее поцарапать. Ну, не знаю, насколько, конечно, это правда, но честно вам все расскажу, посмотрим, как это сработает. Ну что же, а постыдно тебе? Стыдно тебе, что ты такая корова? Мелани, кто царапал машину новую, а? Кто?